В этом году ботанический сад Институт ДВО РАН во Владивостоке отмечает свое 75-летие. Его датой основания считается 24 февраля 1949 года. Посетители, приехавшие посмотреть выставку, обгоняя весну, поздравили ботанический сад с юбилеем. Всем здоровья, счастья и процветания, и ботаническому саду процветания. Чтобы они увеличивали свои, наверное, оранжереи, посадки и все остальное, чтобы не все колосилось и благоухало. Ежегодно ботсад посещают около 200 тысяч человек. Для школьников и студентов здесь проходят занятия. Гости часто приезжают посетить выставки и прогуляться по живописному лесу. Очень нравится то, что чувствуется живость природы. Очень нравится особая энергетика, которую здесь можно получить и зарядиться. Поэтому, хоть и редко, но в такие места люблю приезжать. Сегодня в трех филиалах ботанического сада трудится более 90 сотрудников, которые занимаются охраной генофонда флоры Дальнего Востока, изучают антропогенные изменения растительного мира и биологические основы интродукции растений. Диана Иванова, новости на Восьмом.